финал первого конкурса «Одинцовская принцесса 2019» вышли 16 юных красавиц в возрасте от 4 до 12 лет. Организаторы и партнеры проекта провели встречу с претендентками на почетный титул. Дарье Киреевой 10 лет. Она впервые участвует в таком конкурсе, но уже сейчас настроена на победу. Мне помогает моя семья. Они меня поддерживают. Мама тоже помогает очень, очень сильно. Если бы не мама, я бы вообще здесь сейчас не стояла. Она у меня самая лучшая. На встрече организаторы и спонсоры конкурса порадовали участниц цветами и сладкими подарками. Для них провели анимационную программу. Девочки с нетерпением ждут дня, когда жюри определит Одинцовскую принцессу. И так как организаторами уже составлен целый план мероприятий по подготовке к конкурсу, юные леди вовсю репетируют дефиле, снимают промо-ролики и даже участвуют в профессиональной тематической фотосессии «Маленькие домохозяйки». Что очень важно, мне кажется, это организаторам конкурса удалось продумать так конкурс, чтобы были награждены все, чтобы вот не было вот, может быть, каких-то детских обид, вот чтобы этот праздник, вот, в который окунулись все участники, участницы, и вот с этим ощущением, с радостным ощущением они из него вышли. Финал конкурса состоится 9 ноября в культурно-спортивном центре «Мечта» в Одинцово, где победительница получит титул «Одинцовская принцесса 2019». Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».